When I first came here, it was like hell. You know, hell is hot, but here is very, very cold. Minus 20, 25. I can live with it. I will survive. When it's minus 35 upward, man, that is more terrifying. I was told I need to get some warm clothes, try to get some coat. Yeah, all this I did, but nothing to cover my face, you know. So when the breeze is blowing, my face become freeze. I won't be able to feel anything. I was down, my emotion was down. I wanted to go back to Nigeria. I don't want to live in this place. But I had a friend, he told me, so far these people can, you too can. And that phrase really made me to believe that, yeah, I can do it. And now, I'm not scared. Волка боятся, в лес не ходить. Не на кого бояться, то не на кого надеяться. Так что все на себя. Если бояться будешь, не проживешь. Тяжело вообще здесь жить, тяжело вот в этом районе. У нас почему называется ТДС, труднодоступная станция. Были такие зимы, что вообще, вот мы 5,5 месяцев были как в плену снега. Дует там, бывает, что до площадки идешь тяжело. А все равно идешь наблюдать на видеоплощадку, там снимаешь приборы. Все надо записывать. Все записывать надо. Погода, она же необъяснима. Ее никогда не будет точно никогда давать ее не будет. Необъяснимо в облаках, что там делается в этих облаках. Какая там энергия. Внезапность, она называется стихия. И обычно бывает тогда, когда человек спит. Полярной ночи осталось уже немного. Думаю, что все будет хорошо. Накапливается такое вот это вот постоянная темнота, оно мало светового дня, сильно хочется спать. Человеком ко всему приспосабливаться.
Вчера было крещение, я искупался. Ну, чисто мое, да? Событие. Но ощущения, конечно же, непередаваемые. То есть после купания выходишь с чувством такой свободы, очищенности. Ну, прям реально чувствуется какая-то легкость. И несмотря на мороз, у тебя очень классное настроение. Очень радостный. Такие яркие впечатления. Байкал, как сказать вам, да, он дает, он и забирает. Хапать много не надо, вот нам, коренному жителю, Байкал дает в меру. Он много не дает, мало не дает. А людям, кто приезжает здесь, обосновывается, живет, да, те много имеют, Байкал им без меры дает. Кому дает без меры, у того и забирает самое дорогое. В том последствии там рыбы кормят. Так, вот такие дела у нас. Один раз с поезда сошел, поезд уехал. Хотя машина, которая должна была встретить, не было. Поначалу было страшно, как то, что шел по рельсам, везде сугробы. А потом уже, ну, пришло такое, так сказать, время, что уже все. Наплевать на все, так сказать. Уже ничего не страшно, ничего. И на тот момент на все было плевать уже, когда, ну, как замерз полностью, там уже все. Как
сна все было. Наплевать. Причем, когда переохлаждение идет, то есть организм слабеет, ну, перестает сопротивляться. И уже, ну, чувства все притупляются. Как легко на душе становится. Равнодушен ко всему становишься. Двадцать первая ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. И придумал какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лени, а может, от скуки. Все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и не сходит на них тишина. Я на это наткнулась случайно. И с тех пор все как будто больна. И у нас в школе всегда мальчики кричат на перемене. Они дерутся всегда. Спокойно посидеть как-нибудь не могут на переменке, отдохнуть после уроков. Ну, и они постоянно нормально не могут сесть, порисовать, например, порешать примеры, уравнения. Мне нравится решать уравнения. Все думают, что между мужчиной и женщиной дружбы не бывает, но на самом деле это неправда. И они как бы могут в трудную минуту помочь, если девочки не справятся. Я встречаюсь с мальчиком, и я на самом деле пока не очень понимаю. Просто я не хочу сейчас говорить, да, там я люблю, потому что... Ну, это довольно глупо, потому что мне 15 лет. И я не знаю, чем что обернется, что как будет. И я просто, когда его увидела, это был какой-то шок, и все вот. После этого момента для меня последние 3 года были вот просто закрыты какой-то пеленой. Он не нравился вообще никому из моего всего окружения. Говорю, что он жуткий бабник, у него куча девчонок. А когда он меня так обнимал, что я вообще прощала ему все на свете, все негативное, и я просто летала, вот. Чтобы всегда чувства, они не уходили. Чем-то надо поддерживать, там, даже ревность. Ну, женская мудрость, женская хитрость. Ну, должны уметь удержать мужчину своего. Допустим, я с другом сегодня на машине каталась. Ну, знает, что чисто друг, но все равно. Ревность небольшая. Чтобы он знал, что... Я, ну, не буду постоянно сидеть рядом с ним, что меня надо тоже заинтересовывать.
Ну, сейчас, да, со временем, как все равно уже взрослею и понимаю, что да, я хочу свадьбу. Я хочу, как традиционная российская свадьба. Это, то есть едут выкупать невесту, там вот как тамада, дружки, потом это все нас в ЗАГС, на свадьбе, ну, потом гуляют это все. Ну, я всегда хотела быть замужем. А почему, я не знаю. Нет, он мне сразу вообще не понравился. Наверное, со свидания с третьего. Первые два свидания как-то так я не воспринимала его. Ну, не знаю, как-то... На него посмотрела, думаю, нет, какой-то... Все мне не так было, все мне не нравилось. А с третьего свидания что-то, не знаю, что-то перевернулось так и по-другому совсем на него посмотрела. Он добрый. Он внимательный. Он целеустремленный. То есть он добивается обычно чего вот он хочет, он добивается этого. Он надежный. Ну, вы знаете, я всегда думала, что самая важная вещь для меня – это работа. Да. Ну, в общем-то, как оказывается, наверное, это не очень важно. Ну, или, по крайней мере, это 50 на 50 важно, как и семья. Я никогда не думала, что у меня будет большая семья. Ну, вот так сложилось, что она есть. Он знал, что я без него смогу, а он уже без нас не сможет. И это то, что скрепляет нашу жизнь вот до сих пор. То есть он повзрослел только когда уже появился третий ребенок. То есть он изменился, он стал другой, он стал такой, которого я себе представляла, когда мне было 19 лет. Но ты можешь даже к своему близкому человеку прожить несколько этапов вот такой вот любви, да, когда она возвращается, когда она превращается, например, там, в уважение, там, в почитание. Но случаются какие-то моменты, когда ты распахиваешь глаза и смотришь снова влюбленными глазами на того человека, который рядом. Когда русскую женщину спрашивают, любите ли вы себя, большинство женщин всегда скажут, нет, себя я не люблю. Я люблю ребенка, я люблю своего мужа, я люблю любовника, я люблю возлюбленного, люблю свою маму и в последнюю очередь только себя. Гёте говорил, что старость наступает неожиданно и застает нас детьми. Две коровы держали. И так вот никак не попускаюсь. Ребятам не надо. А я что-то вот все хожу. Одна корова стала до теленок. Курочка еще есть. Все. Маленько хожу, вот с ним разговариваю. Да три кота. Четвертый умер. Один прошел, я думаю, и слава богу. Жива-здорова. Ну что старухе надо? Ничего. Время быстро идет сейчас почему-то. Раньше медленно шло. Так быстро не шло. Господь не обидел детям. Ни детям, ни внукам. Думаю, за горькую жизнь прожитую дети хорошие, не пьющие. Все прекрасно живут, дети, внуки. Так. Да, Ариша. Ариша. Вова. Даша.
Витя, ой, Витя этот. Во, ты посмотри-ка, что с головы впадает. Ой, Андрюша, Ваня, Ярик и Лёва. Мне 100 лет. Как впадло, сука, быть трезвым. Все ножны у монитора. Все как-то реально бесит. И как-то все, сука, убого. Вообще не смешно ни разу. И нервно так, и тревожно. Сложить бы хорошую фразу. А нет, сука, нах, невозможно. И путаются ручонки. И клавиши тиснутся криво. И как сироте бельчонку. Тоскливо так, сука. Тоскливо. Намерения всякие разные роятся в глубинах мозга. Как трудно быть, бляха, трезвым. Практически невозможно. Мы реализовали свою жажду быть мужчинами и взрослыми, отчаянными людьми. С водкой, вот я когда пью, у меня тогда начинаются какие-то размышления. Как это как раз по поводу вдохновения. Ну, типа вот у меня затея, там, задумка есть, я так начинаю писать. Пишу. Тут во мне начинает играть алкоголь, и начинаю печатать там,
и сам читаю. Ну, и сам смеюсь, как бы. Хулиган. Стойте, девочки! Девочки, куда вы? Подождите! Несмотря на то, что у меня такая публичная профессия, актер, режиссер, я стесняюсь, поэтому я пью. Я застенчивый, и поэтому это чуть-чуть освобождает меня от каких-то моих собственных страхов перед самим собой и людьми, и поэтому это помогает. То есть я хочу, так сказать, изменить эту реальность или человека, который со мной, в сторону, так сказать, где более истинная, что ли. Когда я пью, я снимаю с себя право на существование. Для меня это действительно дверь войти в волшебство, но оно может быть страшным. Основное направление наших исследований относится к науке, которая называется Astro Particle Physics. Тот эксперимент, который происходит на Байкале, вот его цель состоит в том, чтобы исследовать сверхмощные объекты во Вселенной путем регистрации нейтрино. Все-таки определенный эмоциональный настрой, который возникает после употребления водки, он иногда способствует появлению новых мыслей и созданию каких-то образов. Мозг зацикливается на чем-то, и чтобы придать вот какое-то более спокойное течение мыслям, конечно, водка помогает. Водка помогает что-то сфантазировать. Каждую рюмку водки проходит огромное количество нейтрино, но они проходят, не взаимодействуя с этой водкой, к сожалению. Многим русским людям пьянство заменяет процесс самоидентификации. Ну и, конечно, главное, они переходят в этом состоянии к абсолютно магическому состоянию, где они уже используют телепатию. Им уже не обязательно даже разговаривать с друг с другом, потому что они уже понимают друг друга, и они просто говорят: «Угу, ты меня уважаешь? Да, угу». Потом наступает стадия вообще магическая, где они телепортируются. То есть они могут пьянствовать в одном месте, а потом они оказываются в другом месте. И это совершенно уникальная ситуация в мире, потому что в России этим владеют все. Thank you.
Смотрю, значит, всякие вот эти советские детские именно кинематограф. Вот я его смотрю и пью водку. А потом я ложусь спать. Я говорил о том состоянии опьянения, когда мысли скачут, слова извержения, и ты теряешь контроль над своим сознанием. Я уже понимаю, что здесь есть уже другие законы. Законы кошмарных снов. Оно, может быть, помогает обществу в том смысле, что ты знаешь, что никаких границ нет. Прошлое и будущее одновременно существует. Это как бы сказать, такой коллаж фантасмагории того мира, который вот так существует. Просыпаюсь, у меня, соответственно, абстинентный синдром. Тут начинается мазохизм такой. Единственное, что я себе позволяю, это пить водичку из-под крана, то есть вот это вот присосаться. И вот это вот состояние, желание уничтожить все человечество. Понимаешь, вот эта жалость собачки, какой-то птички, которая сейчас мерзнет, желание выбежать прямо сейчас, вот нести, блядь, птичкам бруснику там. А при всем при этом сжечь огнеметом, блядь, вообще как бы наебнуть атомную бомбу, короче. И желание, чтобы прилетел астероид, чтобы Земля нахуй взорвалась, но при всем при этом каждого плачущего ребеночка, блядь, утереть, короче, помазать ему жопу маслом. То есть вот как вот это вот все, вот. И вот когда вот это противоречивое наступает, а оно только в абстинентном синдроме, вот эта вот противоречивость есть, вот. И тогда надо писать вот эти антинародные сказки. Водка — это так же, как и секс, так же, как и парфюм. Это настроение определенное, нужно и обстоятельства. Ты входишь в
можно сделать нечто такое, что разрушит жизнь. Это часть этого многогранного, блин, как говорится, кристалла яда. Это делаешь с людьми. То есть ты существуешь среди людей. Водкой и сексом занимаешься. И постепенно эта взаимосвязь начинает деградировать. Потому что если нет, это все эгоистично. И все это, так как это эгоистично, это паразитично. В результате это все самоубийство и убийство. То есть это дестрой, это разрушение. Потому что если нет созидания, да, нет любви, и тогда нет будущего. Всех занимает 2 минуты. То же самое с опьянением. Человек за 2 минуты может напиться, блин, в жопу, блин, просто. Это все. В крайнюю степень быстро. Это быстро все. Потому что это не цель. Это просто средство избежать ответственности. Не думать ни о чем. Вот, потому что... как говорится, забыться. У Шекспира называется, да? Быть или не быть. Забыться сном. Или, ну и там, по монологу, как известно. Белым покрывалом снег меня укроет, заметет следы мои метей. Лежа под забором, я умру тихонько, без понтов и, в общем, без затей. Лед в моих глазницах заискрится синим, самым чистым светом на земле. И улыбка будет очень даже милой на моем заснеженном лице. Ветер скинет платье, обнажая шрамы на моих истерзанных руках. Белые полоски внутренних борений на моих изрезанных руках. Неким просветлением и наивным видом будет моя поза впечатлять. Стану беззаботным и таким красивым, будет меня просто не узнать. И все сразу станет правильным и ясным, будет приоткрыта знаний дверь. Мне же не на цепи, лишь того и надо. Заметай следы мои метель.
Двигаемся. Давай, Симочка, уберем. Все, как бы уже готово, можно начинать движение. Думаю, все мечтают сменить ее на какой-нибудь автомобиль получше. Но, к сожалению, у нас в России не умеют строить автомобили. У нас много чего не умеют делать. Собственно, вот и автомобили тоже. Это Рашин автопром! Товарищи полиционеры у нас едут. У нас все лады. Все русские машины. На русском автопроме работаем. Если походатайствуете, мы не против, будем на БМВ поездить. Короче, менты нас здесь не любят. Вообще. Сколько? 54. Здравствуйте. А что там маленькая кабина у вас? Да. Что, не могли пошире вот. Расширить ее? Так порой иногда и думаешь, лучше пешком ходить. Надежнее. Она 84-го года рождения. Я просто еще купила такую же машину за 5000 еще одну. Чтобы не приобретать к нему запасные части, ну, то есть сломанные. Когда сломается, с той машины перекидываю на эту машину, и у меня это совсем дешево входится. Чай прямо здесь можно включить. Я же вот остановился за вами сразу. Я тут даже юзом должен найти, тогда если 50 вы поймали. Вы же нас видели? Добавили скорость. Нисколько не сбавил я. Нисколько не сбавил. У меня не было такой скорости. Мы сейчас едем в Стрельно. За ребенком? Там живет самый главный автомобилист в моей семье. В прошлом году мы ездили посмотреть, как другие купаются.
Да. И знакомый ездил у нас купаться. Последнее время, когда из города вытеснили вот эти маленькие, старенькие советские отечественные машины, они все в большей степени переправились в деревню. Они в деревне служат как подобие лошади, да, раньше. Устраивают деревенских жителей, потому как вроде не надо за престижем гоняться. Я остановился перед вами 2 метра. Это возможно, чтобы я тут юзом не шел? Да? На 50 километров я шел до отсюда, 50 километров. Как это возможно? До последней недели мы с ней виделись практически каждый день. Последнюю неделю так получилось, что у нее были дела после учебы, после лицея искусств. У меня какие-то там проблемы возникали, мы с ней не виделись. А зато на этих новогодних каникулах мы с ней были 5 дней, она у меня жила 5 дней. Почти. Ну, почти 5 дней, да. Эту я машину покупал для того, чтобы жена училась ездить. Да, развелся. Жена ездить так и не научилась. Машина осталась у меня. Думаю, что вот весной, когда как раз будет бум продаж и покупок, я думаю, она должна быстро уйти. Через 300 метров поверните налево. Не-не-не-не-не-не-не. Мы ее не будем продавать, потому что, ну, это как семейный талисман, я не знаю. Осталось мне от отца, потому что ему мы купили наконец-то новую. Вот. Ну, так как он работает учителем, у него, естественно, зарплата не очень большая, и у него не было очень долго возможности сменить автомобиль. Статья 50, я понимаю, что вы, статья 51, да, что вы имеете право не сидеть после пути себя. Люди, на попутках, у кого свой транспорт есть, они на своем транспорте добираются. А маршрутных нету. Нет. У меня несчастье случилось. Тетя умерла. Позвонили сегодня, вот я добираюсь до районного центра.
поэтому пришлось к Светлане обратиться, потому что своя машина сломанная. И вот на попутке мы вот так ездим. Ты, мама, маленько надо было проехать, вон там у тополей остановился. Вы давно ведь за рулем ездите, да? Если я тормозил, я уже всю жизнь если за рулем. Если вы всю жизнь, вы, значит, водитель, вы профессионал. Конечно. Это, ну, так вы будете... сейчас был, вы поймите. Очень сильно нога стала выше. Еще подъезжай. Еще подъезжай. Выезжай на перекрестке. Ну, он заглох. Возможно, Кире звонит. Алло. Мы, короче, сломались, дай Андрею трубку. Ну, прям вот здесь, на перекрестке. Ну, давайте. Холодно? Да. Всегда на крещение мороз. Вот 2 дня назад так тепло было. Я ее скоро приеду. Шоколадку хочешь? 51. Смотрите, ну какая разница? 50. 47, 46, 45. Вот. Я уже в упор. 36, 33. Это в упор, я уже проехал. Вот, у меня прибор стоит. 2 метра за вами. Вот. Скорость 33. Все. Я понял. Понял, машина стоит моя, ты его. Держи машину, чтобы не откатывалась. Ира! Классно. Лошадиные силы. Лошадиные силы. Походу, мы сегодня не отремонтируемся. Нет, папа сейчас там толкатель поменяет и поедет. А когда он его поменяет? А? А когда он его поменяет? Видишь, да, как все просто. Раз, уже знаешь, что сломано. А в любой иномарке не узнаешь, что сломано. Надо все перебрать. Ну, сначала бы я хотела начать с пятерки. Лизка. Водить пятерку. А почему пятерку? Завтра играть. Я чуть не выпал из машины. Че, долго, Зай? Все нормально, ты что делаешь? То есть мне ее не продавать? Потому что их уже не выпускают. Угу. Их сняли с производства год назад. Все. Продажа отменяется. Че, Андрей? А, Андрей? Да, наши «Жигули» — это вещь вообще. Пока совсем из сил не выбьется. Будут работать. Отдохнули и дальше поехали. Так русский человек. Поработал, отдохнул, дальше пошел. Это ваши документики. Это так не делается. Тут чуть не сшибают люди на улицу. И сидят, вы. Красивит дураки и дороги, и еще машины, которые ремонтируем постоянно, часто и сами, самое главное. Да,
сейчас все. Поедем сейчас праздник отмечать. 100 грамм мяса, сала, шашлык. Обязательно свиной. Ну, на крайний случай, говяжий. Володарского возле магазина «Находка» на пути в дома 104 ДТП «Механика», «Калина» и «Десятка». Упрямые в плане, ну, не знаю, они вот сколько лет, и они все ездят и ездят, как бы, да. Вот как бы в чем упрямство. Она вроде как, не знаю, уже может быть ржавая, старая, там, но едет вопреки, так сказать, всему. Ну, вот этот автомобиль, он старше меня на 10 лет. Конкретно. И он в отличном состоянии. Всем бы так выглядеть в 37, как он выглядит. Сказка о трех медведях. Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла. И пришла в лесу к домику. Ой, да две девицы с молодцом на спе. Мишки? Был. Но вы, наверное, таких не помните. Этой ватой набитые были, такие коричневые медведи большие. Именно такой, помню, он тяжелый такой был. Он, наверное, килограмм 5-7 весу был в этом медведе. Там, ну, ватой набитый такой. Сейчас они все маленькие люди, ну, типа синтепон там или что там у них набито. А те были настоящие ватные такие, тяжелые. Вот это я помню, такого медведя. Вот именно какой-то раньше мы совсем другие люди были. Это сейчас мы начали, как объяснить, что-то более капиталистического отношения. Что для меня что-то значит, что отец, мать, герой России там, или герой Советского Союза. Для меня это очень много значит. Я и детям своим объясняю, что это не пустые слова. Ну, с чего бы я начал? Девочка пошла в лес за грибами. К примеру, вот так вот. Девочка пошла в лес, ходила-ходила и наткнулась случайно на
домике. В этом домике жили три медведя. Медведей дома не было. Они ушли гулять по лесу. Все, куда пропало в советские времена, вспомни, как слезы текут. Потому что провал был, а то бездну падали уже. Пока молодым было, все яркое было. Даже вот уже 30 лет мне было, когда и то весело было. Как-то работали вот раньше, с утра до вечера работают. А если праздник, всю работу в сторону они сделают. Уже у них веселье было. Они одним днем, за один день вот, попразднуют, они на год себя обеспечат праздником. А сейчас вот... А сейчас такого нет почему-то. Как за Доном, за рекою, летом казаченька гулят. А что я знаю, если у меня вообще самого нет? Я был бы знать, я бы шлёп в руки не выдернул все на рами. Не умею сказки рассказывать. Нет, нет, не получится. Я не буду рассказывать это. На вертолете поехал. Вот так. Хуй испугал. Нет. Тютю испугал. Ну, Машенька заблудилась, она шла, пришла в хатку, раз зашла, оп, смотрит, там миска, попробовала, невкусно там, а маленькую вот, медвежонку, все равно же вкуснее делает. Она его скушала, она потому что маленькая. Раз, на стул залезла, она покачалась и сломала его. Постельку, это жестко, там жестко, а для маленького же, Мишенька маленький. А там же мягко, в постельке уснула. Давай, как одеть-то? О, дева! Дима, Дима. Лентяй. Лентяй ты у меня, да? Лентяй ты. А! Иди туда сейчас! Раньше здесь вот у нас станция. В советское время, когда начинал, была станция, и когда рождались ягнята, здесь свет был круглосуточный практически. Когда вот перестало, все в 90-х годах все это рушится, и негде было работать, пошел светмет, вот такие, что у нас в одночасье проснулись, а все обрезали провода. Конечно, жизнь по-своему меняется, но в целом оптимистически ко всему отношусь. Есть да есть, получилось так получилось. Что делаешь? Ты что такое? Ну что? Все. Нет, нет, нет. Вообще не носишь. Ну и сам теперь расскажи какую-нибудь сказку. Сказка. Про детку с бабкой, как репку рвали. Помнишь же, наверное. Посадил дед
только репку. Выросла большая, прибольшая. Дальше? Тянут, что-то тянут, потянут. Угу. Вытянуть не могут. А бабка за кем пошла? За внучком. За внучком. Да. Внучка побежала за... Я не знаю, что за жучкой. А, жучкой, что ли? Потом жучка за этой, за муркой или с кем? За мышкой побежала. Не, почему? За кошкой, наверное? Не знаю, по-моему, за мышкой. А почему мышка-то? Потом кошка за мышкой поползла. Ну, может быть и так. Ветер из поля, туманы с моря, ой, да довела. Вся жизнь прошла как в сказке, незаметно, как просто посмотрел, глазами хлопнул, она пролетела. Или кажется, некоторые думают, вот это успеть сделать, это успеть сделать, это спеши, может, стараемся, и время не замечаем, просто летит быстрее. Или степенно, а которые мы степенные такие, потихоньку все делают, вот ни хрена, медленно идет. Так не пойдешь куда-нибудь, даже в лес, там тропа, река, озеро, оно что-то имя есть. Вот память. Тут все связано с кем-то. Куда бы ни пошел, о ком-то говорить что-то. А если сказка переходит с одних уст в другие, бабушка внучки, или там мамка дочки, или мамка, значит, оно получается, передается поколение в поколение. И чем оно будет дольше пересказываться, тем оно будет ценнее. Тут пришли хозяева медведи. Один заходит, кто сидел на моем стуле и уронил его. Другой говорит, кто кушал из моей чашки. Маленький медвежонок увидел, что кто-то спит на его кровати. Девочка проснулась, протерла глаза, дико-дико закричала. Дико-дико закричала. Медвежонок отскочил от неожиданности от нее. Воспользуясь этим, девочка выкнула окно и убежала. Бедненький, вы все сказку забыли. Неправильно все говорите. Не, оказывается, рассказчик свинья никакой. Наверное. Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец. Стучат колеса, дальняя дорога, а ей веселой, видной, молодой. Так хочется любви, но хоть немного, но снова только мама ждет домой. Ах, эти станции, вокзалы, поезда, по рельсам жизнь качается в вагоне, а где-то светит ей знакомая звезда.
фонариком на маленьком перроне. Есть работа, пусть она не такая денежная, как хотелось бы это иметь. Работа есть, но не настолько, конечно, та любимая работа, которая должна бы быть. Счастье, когда, наверное, есть семья, есть дети, есть родители, те, которые еще живы. Наверное, вот это счастье. Что есть уважение какое-то на работу. Ну, у меня наполовину, мне кажется. Мечтала танцевать, хореографией заниматься, вот непосредственно бальные танцы, что-то вот такое, там, русские народные танцы. И хореография мне направление было поступать в Омске хореографический. Ну вот решила это все-таки пойти на башенный кран. Там про детство я ничего не помню. Единственное, помню, что на Алтае ловили рыбу этими вилками. То есть поднимаешь этот камень, раз, и то есть настолько была нетронутая природа. Змеи спускались домой, чтобы заходить, это сразу везде где-то что-то оглядывалось, чтобы не укусил, не наступить. Работала на башенном кране, крановщицей, 20 лет отработала. И как раз химстрой рассыпался, у нас очень большая организация была, химстрой. Рассыпался, и я пошла сюда. Но не меня сокращали, сокращали другую крановщицу, а у той двое детей, а я одна. Я ее оставила там, а сама пошла сюда. И в этот же день уволилась, и в этот же день устроилась. На 2 недели, то есть 2 кольцовки, делаем Томск-Москва, Москва-Томск. И на следующий день опять Томск-Москва, Москва-Томск. Если много, то хотя бы сразу до Томска, чтобы они не менялись. Потому что привыкаешь к народу уже, а когда новый садится, к нему присматриваешься, как, что за человек.
Бывает, он сел и сразу начинает нервничать. Русская душа, мне кажется, открытость, вот это вся, ну вот, не знаю даже, как сказать. Рвешься домой, потому что вот настолько соскучился по этому дому, соскучился по стенам, соскучился по постели и по еде, по домашним. Захожу только домой, сразу говорю: здравствуй, домовой, здравствуйте, цветы, и здравствуй, дом. Во-первых, очень сильно болят руки, ноги, потому что это все вот в сыпках приезжаешь. Сначала сунешь эту в ванну все. Поплачешь, потому что это все отходит. Вышла замуж, потом сильно заболела. На операцию легла, ну и сказали, что детей не будет. И семья распалась. Прожили мы с ним 7 лет. Ну, мужу я оставила дом свой, а сама получила 2-комнатную квартиру. Ну, ему некуда было идти, он бездомный. Ну, у нас в России так. Колеса дальние. Работаю 20 лет, 2 года уже на пенсии. Да, работаю на пенсии. Вот пока держат, еще работаю. Кстати, завтра будет ровно 20 лет. Разыгралась.
расплясался, расплясался. Ой, разрезавелся подо мной. Разгорался, расплясался. Ой, разрезавелся подо мной. Сестрица, привет! С Новым годом! Ты опять не с нами будешь праздновать? Может быть, на следующий год мы соберемся все-таки вместе? Позвони, ради бога, как доберешься домой. Мы потом повторно отпразднуем. А там, глядишь, в третий раз, а может и в четвертый. Пока, целую всем, привет! Алло, тетя Люда, это Андрей. Поезд, который ты мне подарила, очень классный. Спасибо! Хорошо, что Милка с нами. Мы ее выгуливаем каждый день. Но она грустит, скучает, наверное. Пока. Лошадку жизнь пришпоря, торопится издок. От счастья и от горя мы все на волосок. Отрада нас морочит и ластится и льнет. Стрекороба пророчит и вскоре увернет. Спасибо.